Прошедшие выходные спортивный комплекс «Чайка» стал ареной для розыгрыша первого этапа Кубка Свердловской области по волейболу. В Верхнюю Салду на бои с нашим «Титаном» приехали две команды из Нижней Туры и Леснова. В нынешнем сезоне саудинская команда заметно обновилась, что явно пошло ей на пользу. Команда наша, команда «Титан», она усиленная, усилена игроками из Екатеринбурга. Вот. И это те игроки, которые у меня занимались раньше, потом выпорхнули, играли уже в городе Екатеринбурге. Вот. Сегодня приехали помогать. Вот. Потенциал хороший. И перспективы хорошие. В первой игре саудинцы вышли на паркет против команды из Нижней Туры. На протяжении всего матча наши ребята показывали уверенную игру и доминировали на волейбольной площадке. Лишь в одном сете туринцы смогли выиграть. Но итоговый счет все же остался за саудинскими волейболистами – 3-1. Хорошо себя проявил новый пасующий игрок «Титана» и по совместительству детский тренер Владимир Лобанов, для которого это был первый опыт выступления за саудинскую команду. Уровень хороший. Для области, для Свердловска, в принципе, очень даже хорошо для первой группы. Вот. Сыграли достаточно хорошо, как планировалось. Две игры выиграли. Действительно, во втором матче «Титановцев» тоже ждал успех. В воскресенье прошла игра против команды «Факел» из Леснова. Как и подобает хозяевам, «Титан» начал разведку боем и быстро выиграл первый сет. Но и противник был не промах. Мы играли с «Факелом». Это постоянный, он финалист. Эта команда из «Факела». Но наши немножко успокоились, и немножко была расхолаженность. 3-1, но уверенно. Вот. Но хотелось бы лучшего. Что именно? Первое – это отдача, самоотдача каждого игрока. Второе – это сыгранность. Сыгранность с новым пасующим. Сыгранность с нападающими, особенно это центральных блокирующих. Вот. Ну, тихонько вводим и игроков совсем молодых. Это функция либера, хотя не очень справляется, но доверяем. Пусть работает на практике. Убедительная победа не повод для отдыха. Сейчас саудинская команда готовится к очередным играм регионального первенства, которые пройдут в ноябре.